также на экранах в этот уикенд. Ночь страха. Главный герой, старшеклассник Чарли в исполнении Антона Ельчина, узнает, что его сосед, герой Колина Фаррелла, вампир. И чтобы защитить от него своих девушку и маму, Чарли приходится самому выйти на охоту против монстра. «Ночь страха» — 3D-ремейк успешного комедийного хоррора середины 80-х, в свое время сумевшего трижды окупиться в прокате.